Приветствую, друзья! Продолжаем с вами серию видео о посылках, сделанных на 11.11. Напоминаю о подписке, сейчас на YouTube нововведение. И чтобы не пропускать новых видео и каких-то новинок на канале, вы должны не просто подписаться, а еще надо обязательно нажать на колокольчик. Под видео он рядом с кнопочкой «Подписаться» и поставить галочку о получении любых новостей с канала. Таким образом, YouTube любыми возможными способами будет вас уведомлять о любых изменениях на моем канале, новых видео и прочих новостях. Так что не забудьте о колокольчике. Итак, у нас с вами следующая посылка. Их будет две, они пришли в один день, 3 декабря. Вот такая и такая. Так, начнем с толстенькой. Пусто, выкидываю. Это вот такая вот штучка. Я думаю, что тоже многие с ней знакомы. Опять по шовку надо достать. Итак, это такой нарукавник для телефона, чтобы бегать и слушать радио. Вот, я взяла его в качестве эксперимента и, так сказать, на будущее. У меня в телефоне довольно мало музыки, но, может быть, я куплю потом себе другой телефон. Память маленькая. Вот, в принципе, я всем довольна. Он идеальный. Единственное, что цвет я ожидала, что будет немножко другой. Там был указан цвет серый, а здесь он немножко серебряный. Такой матовый, но серебряный. В принципе, как бы это ничего не меняет. Вот, но цвет отличается от того, который был указан на сайте, на фотографии. Вот. Не знаю, так ли происходит со всеми цветами, но вот я взяла серый, и он оказался серебряный. А в остальном всем довольна. Спереди здесь пленка, здесь есть два отверстия для застежки, собственно. Вот здесь есть еще маленькое отверстие. Тут нарисован ключик. Я думаю, что сюда можно положить ключ от двери или что-то такое. Ну, когда идешь бегать, с собой же ничего не берешь, кроме ключа и телефона. Вот, сюда можно положить. Вот, здесь длинная такая ручка с креплением. Она на липучке. Вот, с обратной стороны. Вся ткань, она, я думала, что это она двухсторонняя, но она двухсторонняя только здесь. Двухслойная, вернее. А все остальное это двухсторонняя ткань. Довольно прикольная такая, она плотная, похожа на резину, но при этом у нее поверхность как будто из трикотажного такого стрейчевого материала. Но она где-то 1-2 мм толщиной, и ощущение, что это резина. Такой приятный, я не знаю, как он называется, этот материал, спандекс, не знаю. Вот, но очень забавный такой, прикольный. В общем, вот здесь мы видим что-то типа кожзама, а с изнаночной стороны вот этот толстый материал. А здесь его нету, здесь только этот толстый материал. Все какие-то вот эти вот строчки, где прошито, где разрезы какие-то, все эти участки, они покрашены таким вот голубой полоской. И вот изнанки тоже. Как бы это краска, не краска, в общем, чтобы край не осыпался. Это довольно здорово сделано. Вот, с обратной стороны, то есть та же длинная ручка, на ней нет никаких липучек. И, значит, здесь есть отверстие, куда вы всовываете телефон. Давайте его достанем. И снизу и сверху есть маленькие отверстия, потому что у всех телефоны разные. То есть куда-то нужно засунуть провод, чтобы слушать наушники или там разговаривать по телефону.
И, собственно, вот здесь вот отверстие для крепления. Отверстие для крепления, кстати говоря, здесь проложено внутри пластиковая такая вставка, пластиковое окошко. То есть они довольно жесткие. Вот. Ну и, собственно, тут все просто. Надевается на руку, просовывается через отверстие и вот так вот закрепляется. Вот, то есть вот так вот оно на руке висит. И если у вас телефон, вы можете слушать радио, там, ну, в общем-то, вот так вот это выглядит, да, то есть, ну, мне потуже надо будет, я просто надела, чтобы показать. Вот, вот так вот. И здесь ваш телефон. Так, сейчас покажу, к примеру. Наоборот. Тут есть такая картинка а-ля телефон. Вот. Потому что у меня сейчас нет возможности засунуть свой телефон. Вот так это выглядит. Она на руке. Вот. В принципе, все круто и держится хорошо, то есть можно регулировать крепление, можно просто затянуть, потуже просунуть, да, подальше застегнуть. Можно застегнуть на вторую, если совсем тоненькая ручка. Вот. В общем-то, этим приобретением я тоже довольна. Оставлю ссылку, сколько стоило, мне не помню, но все будет ссылки. Все будет под видео в инфобоксе. Я укажу цену, за которую я купила, и вы сможете посмотреть, сколько сейчас это стоит. Вот. И вторая у нас посылочка. Она тоненькая. Я долго думала, что же это такое. Вроде бы я наклейки заказывала, но их должно быть много. В общем, с этой посылкой я разочаровалась. Я достаю. Я думаю, что там больше нет ничего. Это один листик. Я думаю, что, в принципе, не надо говорить, что он довольно мятый. Он просто, я не знаю, ну, как из жопы. Вот по-другому не скажешь. В принципе, на него это никак, ну, то есть, это наклейки, если их приклеить, они, в принципе, разровняются, я думаю. Но сам факт довольно неприятен. То есть вещь мятая. Ну, я не знаю, что еще сказать. И с этим приобретением я лоханулась, но тут сама я не обратила внимания, не доглядела. Неправильно поняла, наверное. Один лист, в котором 12 наклеек, шел за ту сумму, которую я с него заплатила, и в инфобоксе я укажу эту сумму. А сейчас он стоит еще дороже. Это один лист, 12 вот этих кругляшей. Сама наклейка, она круглая. Вот. Один лист, 12 наклеек, повторюсь. Я думала, когда я смотрела, я думала, что это 12 листов, потому что там было вверху написано 12. А что 12, как бы, разъяснений не было. Но я просто до конца не прочитала все описание, поэтому это мое недоглядение. Но на самом деле за такую сумму один лист я бы ни за что не купила. Вот. Поэтому тут я разочаровалась, и я уже написала продавцу, что, во-первых, пришел мятый лист, во-вторых, за такие деньги один лист – это мошенничество, просто мошенничество. И, к счастью, он не проигнорировал мое сообщение и уже ответил мне, попросил прислать ему фотографию того, как выглядит пришедший товар. Вот, и я думаю, что я сегодня с ним свяжусь по этому поводу.
Посмотрим, что он мне скажет. Вот. Так что вот такая вот хорошая посылка и вот такая вот плохая посылка были сегодня. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик и ставьте пальчики вверх или куда хотите. Обязательно смотрите новые видео, они будут очень-очень скоро. Пока-пока.